лакири кота шак, Аллах разы шак, я Аллах нуже, кир назе гани рачу, нуже те Аллах разы, куле кавра шукти, Аллах разы шак. Тохтур завазе, удия пар халлахав, атулу хаву разе, кир назе. С помощью благотворительного фонда «Новое поколение Анди» и администрации Ботлинского района организовали приезд врачей по разным специальностям. В приоритете у нас было в основном пожилые пациенты, которые не могут выехать за пределы села. В данный момент врачи проводят осмотры по разным специальностям. Хочу поблагодарить руководство района, также приезжих и также фонд, который организовал это мероприятие. Огромная благодарность всем за то, что организовали это мероприятие. Инициативе благотворительного фонда «Новое поколение Анди» в Андийской участковой больнице с 27 по 28 проходит прием пациентов по направлениям лор-хирург, невролог и хирург таракальный. Вчера, 27 числа, мы приняли где-то 67 пациентов, из них 57 пациентов принял лор Арашев Расул. Также 10 пациентов вчера принял хирург Саидибиров Шамиль. И сегодня, получается, принимаем пациентов по направлениям травматология, неврология и таракальный хирург. Сегодня уже записались на прием, получается, где-то 70 пациентов. Хочется поблагодарить всех работников участковой больницы за то, что приняли нас. Организовали весь процесс аккуратно, четко. И также хочу сказать, что вообще инициатором этого проекта, кто придумал проект, это Саидибиров Шамиль, кому тоже большая благодарность за то, что пришла такая идея в голову. И мы, получается, уже второй раз организовываем такой прием. В 23-м году тоже организовали. И будем стараться хотя бы в год два раза принимать вот так пациентов и прибавлять направления. И всем пациентам желаю здоровья, дай Аллах им терпения и благополучия.